У Гомелі з'явився профілактичний автобус. На 17-м городском маршруте можно убачить незвичайный транспортный сродок у масцы. Таким чином автобусный парк номер 6 вырашил оригинально и максимально прикметно информовать пассажиров о правилах поводина у подчас пандемии. Малюнки индивидуальных сродков обороны з'явилися на уваходных дверах, а так само у районе лобового шкла автобуса, быцем обороняючи его твар. Гэтые маски прикметные нават у темный час суток – их выканали со святло отбивальных материалов. Для большей информативности внутри автобуса так само демонстрируют профилактичные материалы. В каждом автобусе нам необходимо было записать аудиоролик. И вот автобусы, которые у нас снабжены электронной системой записи голоса, вот они были все снабжены этим аудиороликом. Потом дальше была идея, у нас есть, значит, в некоторых автобусах видеомониторы. И вот мы сделали еще и видеоролик для наших пассажиров. Ну, соответственно, на окна, на двери мы повесили, значит, плакаты профилактического характера, вот, по предупреждению, предохранению от коронавирусной инфекции. Автобусы маршруту номер 17 перевозят 4000 пассажиров за день. А усяго громадским транспортом у Гомелі что день користается больше за 100 тысяч человек. Усе транспортные сродки проходят дезапрацовку, кондукторы и водители забеспечены сродками индивидуальной обороны, масками, пальчатками и антисептиками.